Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mod. В прошлом эпизоде, да, мы толком-то и ничего не сделали, просто-напросто качали покемонов. И да, спасибо, что ответили, как прокачивать вот этих покемонов Гравеллера и Нидорина. Ну так как Нидорину прокачивать с лунным камнем, я, если честно, вообще не знаю, где его взять и вообще крафтится ли он. Ну, лично я думаю, что, что этот лунный камень выпадает с... ну, с тех же покеболов, которые можно найти на земле, или с покемонов-боссов. Или, да, или из сундуков, ну, из покеболов, или из покемона босса. Больше я не знаю, как его достать, поэтому, ну, пока не знаю, и можно считать, пусть он будет считаться как один прокачанный покемон. Гравеллер тоже, можно сказать, уже прокачанный, ну, еще нет, ну, я потом зайду, возьму второй компьютер и поменяю его, или да. И можно будет считать, что он уже прокачанный. Так, берем Манкия, берем Иви. Так, идем их качать, и может ловить еще новых покемонов. Да, так, вылечить их. Да, думаю, немножко. Хотя я только Манкия и Кабут. А, не-не-не, только Манкия. Ладно. Идем их качать. И, да, все, идем. Так, немножко почистим. И все, да. Так, еще 46 яблок. Это дофигище. Еще столько раркенди можно сделать. Так, ладно, идем. Кстати, друзья, как вам идея, например, я понимаю, что это уже немножко поздно. Ну вот, например, пригласить одного моего друга играть со мной еще вот тут, в этом сезоне с модом Pixel Mod. Да, это немножко таки поздно, даже не немножко, так как у меня уже, можно сказать, самые сильные покемоны в целой игре. А он зайдет и вообще покемонов не будет иметь, и будет развиваться все с нуля. Ну, это даже таки будет немножко интереснее, так как мы будем играть вдвоем. И, например, будем делать покеболы, например, и для меня, и для него, и, например... Ну, короче, будем ловить вдвое больше покемонов, можно и так сказать. Ну, правда, ну, потом можно будет и сражаться вместе, как бы я против него. Но это уже, наверное, потом, потому что, да, какие у меня покемоны сейчас даже уже. Так, а что не меняется? Вот так, да. Да, все. Так как у меня уже какие покемоны, можно сказать, да, самые офигительные, так как у меня уже есть даже легендарный покемон, а у него ничего не будет. Но это, можно сказать, даже плюс, так как я ему буду помогать ловить покемонов, которые мне нужно, я буду ловить себе, которые ему нужно, например, я буду искать покемонов в одной части. Ну, например, где-то там, он где-то там, и если ему понравится такой покемон, который я нашел, он ко мне телепортнется и словит его, или наоборот, как-то так, да. Ну, если вы не против, и как это можно осуществить, то поставьте, напишите в комментариях, нравится ли вам, будет ли это для вас считаться интересным, и вообще, как вы... Что вы об этом думаете, да. Итак, очень классно, я опять нашел двух редких покемонов Драгонера и Драгонера. Ладно, забудем про это. Так, вот что я нашел. Не нашел, а забыл. Waypoint, этот удалить можно. Тут поставить новый, телепортнуться домой. И да. Вот, Гравеллер. Я вот это забыл. Двойной опыт. И это наденем, ну да, на Манкия. И идем назад туда. Я думаю, они еще не пропали или пропали. Тут вообще
Это баг такой или не знаю что. Или это так задумано. Например, вот тут были те все покемоны. Я телепортнулся домой, через 10 секунд вернулся назад. Все покемоны, которые были вот тут, в этой реке, просто-напросто пропали. Да, я уже не раз такое замечал. Я думал, например, что они убежали куда-то, что они стояли там и побежали куда-то в другом направлении. Но, как видите, это не так. Они просто, если ты отвертаешься, бежишь куда-то во вторую сторону, потом вертаешься назад, они просто-напросто уже... ну, пропадают, можно и так сказать, да. Так, ну, идем качать. Я как раз на вот тех двух редких покемонов Драгонейра хотел немножко прокачать нашего Манкия, так как он 14 уровень, а те редкие покемоны были там 38 уровень или больше. Так, Peaceful, Easy. А, не-не-не. Ну, хотя тут нет разницы. Бежим куда-то туда вперед. Или не... Или я там уже был. Да, я там уже был. И не раз. Так что... Вези нас, Шаризард. Куда-то, не знаю в каком направлении. Так. Да. Да, вези где-то вот сюда. Будем лететь, лететь, лететь. Ну да, не вариант. Хотя... Во-во-во, какой-то островок. Да-д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 а. Нет, да твою... Ух, что ты сложно управляешься. Это капут. Ну, лети ты в направлении острова. Не, ну это жесть уже полная. Как невозможно вообще управлять, я не понимаю. Это жесть просто. Так. Ну, вот сюда, да, лети сюда, сюда, сюда. Короче, иди ты нафиг. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тренеров покемонов только на одном островке. Да, это всегда какие-то багнутые островки, я так думаю, так как на них всегда, всегда, всегда море просто вот таких вот покемонов. И вот тренеров даже. Ну, если, смотрите, так по логике, если тут где-то штук 30 одинаковых покемонов, один из них должен быть, например, там, покемон босс или еще какой-то, но... Его нет. Как много-много-много-много покемонов в одном месте, так как они спавнятся вместе, значит, один из них как бы должен просто быть каким-то там большим уровнем покемонов или боссом там. Ну, их почему-то нету. Ладно, так. О, нормально. 36 уровень. Иви. Хотя это я зря сделал. А, не-не-не. И ну иди там, Кабутопс. Да, можно, кстати, Стариус ловить. Не знаю почему, просто хочется. Ну пусть будет это. Варторг. Лучше я не буду менять сейчас покемонов, потому что и я меняю покемонов, и это считается как за один ход. И он в то время уже меня ударит, и я ему не нанесу удар, а просто-напросто поменяю покемона, и это будет считаться ход.
другого покемона сражаться с другим покемоном. И пока они там сражались, мой персонаж просто-напросто задохнулся в воде. Так как нельзя, например, шевелить, ходить или там еще что-то делать своим персонажем, когда ты сражаешься в бою, находишься как бы покемонами. Он просто, просто нельзя им управлять. Ты находишься в бою, значит, ты управляешь покемонами. А твой, персонаж, персонаж, можно сказать, просто-напросто вот так стоит и все. И пока они там контузили друг друга, станили друг друга или еще что-то делали, мой персонаж просто-напросто утопился. Так, тут нету каких-то нормальных покемонов, чтобы словить. А ну, полетим вот сюда. Если бы ты еще летал нормально, без глюка. Ну это жесть. А вот, смотри. Просто идет под воду, сейчас телепортнется, и он опять в воздухе. Ну, да ты уже... Ладно. Как этот Шаризард меня бесит с этим управлением. Во. Хотя... Ну, почему не сделай так? Вот ты, например, нажимаешь повернуться в правую сторону, он повертается. Нет, он будет полчаса думать, потом полчаса развертаться, потом полчаса лагать, потом полчаса пролагивать, потом полчаса падать в воду, потом телепортироваться обратно вверх, где он был, потом полчаса еще что-то делать, короче... Вообще жесть. Почему нельзя было так сделать, например, как в креативном моде? Все, ты взлетел, вот так, повернулся туда, куда тебе нужно, полетел в ту сторону. Нет. Это нужно, не знаю, как сделать. Чтобы еще раз говорю, он полчаса просто-напросто думал, что ему сделать, куда развернуться, как развернуться. И потом, когда он разворачивается, тебе нужно просто-напросто еще пол карты облететь, чтобы он просто развернулся туда, куда тебе нужно. Это бесит так, может, так и незаметно, как это сложно, ну вообще им сложно так управлять, что это капут. Фух. Так, тут покемонов нету. Ну, летим туда куда-то. Можешь ты в ту сторону развернуться? Нет, в ту, вот. Во, пусть будет так. Хотя даже не так, ну. Во. Да. Так. Тут ничего нету на этом островке. Хуп. Да. Те же самые покемоны, те же самые тренеры, те же самые уровни. И так же само нет боссов. Летим опять в ту сторону. Я сказал, летим, а не глючим. Так, развертайся туда. Да, я уже круг намотал вокруг острова, пока я развернулся к нему, чтобы туда полететь. Ах, короче, манал я этот остров. Пофиг на него. Так как, серьезно, вы видели? Я один полный круг почти что сделал вокруг того острова, куда я хотел плыть, чтобы просто-напросто полететь в его направлении и сойти на него, можно и так сказать. Короче. Так, включу я лучше гейм-мод просто-напросто.
не включится. Да, включился. Я просто так включил, чтобы... Креативный режим. Пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.